Всем привет, с вами снова Виктор Балет. Это видео посвящается всем, кто задумывается о страхе, о том, что происходит в сегодняшнем мире, и из него можно извлечь очень много полезных советов. В Библии говорится: «Все дни угнетенного горестны, а у кого сердце радостное, у того всегда пир». В притчах 15:15. Что это означает? Такое угнетенное сердце или радостное сердце. Почему такое бывает? В этом высказывании говорится о том, насколько полезно нам с тобой иметь положительный настрой. В жизни бывают взлеты, падения, радости, печали. И если мы постоянно думаем о негативном, то печаль заполняет наши мысли, и все наши дни становятся мрачными. Однако, если мы больше размышляем о личных благословениях и о надежде, которую дает Бог, то неприятности отходят на задний план, и мы испытываем радость в сердце. Благодаря положительному настрою у нас будет всегда пир, образно говоря, и хороший настрой на жизнь. Но для этого нужно просить у Бога мудрое и понимающее сердце, чтобы Он помог нам разобраться, в каком мире мы живем. Он нам дает такое сердце. И каждый день мы наполняем радостью наше сердце, нашу сущность, наблюдая за тем прекрасным, что нас окружает. А нас окружает очень много красивых вещей. Солнечный закат, восход, дождь, пение птиц, животные, разноцветная радуга, озера, реки, деревья, цветы и много-много другого прекрасного. Один поэт как-то сказал такое красивое стихотворение. Прочитаю вам. «А это чудо просто жить, дышать и ждать, что будет дальше, быть выше зла, обиды, фальши, прощать, надеяться, любить, и с крепкой верой в сердце жить. Умей прощать, это важное свойство, и пусть нелегко, и обида, как яд, когда на душе зло, тоска, беспокойство, они только вашему сердцу вредят». Действительно, да, если так задуматься, так оно ведь и есть по жизни. Значит, жить – это чудо. Дышать и ждать, что будет дальше, да? В таком напряжении. Если знаешь, что дальше будет хорошо, то, в принципе, можно и ждать, и спокойно дышать. Но если, например, переполнен страхом каким-то, да, что дальше будет еще хуже, тогда жизнь, конечно, покажется мрачной. Быть выше зла, обиды, фальши. Ну, это вообще прекрасно, да? Быть выше зла, обиды, фальши. Прощать, надеяться, любить. И с крепкой верой в сердце жить. Умей прощать – это важное свойство. Да, каждый из нас знает об этом, да, но так тяжело дается многим. И пусть нелегко, и обида, как яд, когда на душе зло, тоска, беспокойство, что они делают? Они только вашему сердцу вредят. Поэтому не вредите вашему сердцу, вашему здоровью, оставайтесь все здоровыми и проживите как минимум 100 лет. Почему 100 лет? Потому что человек на русском языке означает человек. Если будешь дружить с головой, со своей и с Богом, то проживешь как минимум 100 лет. Этого я тебе и желаю. До следующего видео. Пока-пока. И, пожалуйста, если не подписался на канал, сделай это доброе дело.